Представляем вашему вниманию прогулочную коляску Britax B Angel 4 Plus, предназначенную для малышей от полугода до 3 лет, весом до 15 кг. Стильная городская четырехколесная коляска с уникальной системой складывания одной рукой. Спинка, раскладываемая в горизонтальное положение, бампер для ребенка, многофункциональный капюшон сделают прогулку с малышом максимально комфортной. Большой водонепроницаемый капюшон с козырьком и смотровым окошком сеточкой легко регулируется одной рукой. На задней стороне мы видим кармашек для разных мелочей. Заднюю часть капюшона можно отстегнуть. Получим летний вариант с москитной сеткой и тентом от солнца. Большой капюшон прекрасно защищает малыша даже при полностью разложенной спинке коляски. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками регулируются по длине и высоте в зависимости от роста ребенка. Расстегиваются при нажатии на центральную клавишу. Чехлы прогулочного блока можно снять и постирать при температуре 30 градусов. Защитный съемный бампер обтянут тканью. Он нисколько не помешает посадке малыша в коляске. Просто отведите бампер в сторону при помощи серой кнопки, усадите ребенка и верните бампер в исходное положение. Также бампер можно снять совсем, если он не нужен. Подножку можно отрегулировать при помощи боковых кнопок. Вот таким образом. Наклон спинки коляски регулируется в нескольких положениях до полностью горизонтального при помощи системы ремешков сзади. Вот таким образом. Обратите внимание, сиденье не реверсивно, установлено лицом к окружающему миру. Коляска маневрена за счет передних поворотных колес с блокировкой. Чтобы заблокировать колеса, опустите фиксатор вниз. Если вы едете по неровной поверхности, например, песок или снег, колеса лучше зафиксировать. Все колеса не надувные, устойчивы к проколам. Задние большего диаметра. Чтобы снять передние колеса, воспользуйтесь кнопкой сверху. Задние – металлическим фиксатором сбоку. Внизу мы видим корзину для покупок. Ножной тормоз блокирует сразу оба задних колеса. Опустили вниз – поставили на тормоз. Вверх – сняли с тормоза. Сложить коляску очень легко. Для большей компактности рекомендуем вам сложить капюшон и убрать бампер. Нажмите на серый фиксатор справа. И потяните за ремешок около пятиточечных ремней. Вот таким образом. Имеется фиксатор от раскладывания. Чтобы разложить коляску, ослабьте этот фиксатор и потяните ручку наверх до щелчка. Коляска готова к прогулке. На шасси можно установить автолюльку Baby Safe Sleeper или автокресло Рёмер группы 0+, при помощи адаптера. Адаптеры в комплект не входят. Уточняйте эту информацию при покупке. В комплект входит инструкция.